ребята! Я хочу вам показать одно классное место, которое недалеко от моего дома. Пора мне дальше. Смотрите, смотрите, тут стадо коров. Да, я думаю, они не мешают. Ну что, пойдем? Пошли. Я знаю, где наш проход. Ну все, мы пришли. Смотрите, тут у нас болото. И корова залезает, смотрите. Вот такая у нас речка рядом с домом, с большим течением. Попробуем побродить. Ага. Как водичка? Холодновато. Яночка тоже решила погулять. Не спеши. Алтайские прогулки по воде. Привет, девочка. Ой, Вячеслав. Промахнулась. Как водичка? А? Я привыкла. Классная? Да. Почти осенняя водичка. Но, кстати, нормально, не очень холодно.
Жаль, что это не манговое дерево, да? Что ты такое собираешь? Липки красные. Классно. О, какой камень! Надо тебя пофоткать. Ну что, пойдем потихонечку греться. Ты не замерзла? Ну пойдем. Колдуешь? Пора отсюда заходить. Пойдем, камешки покидаем. Ух, куда пошла? Вот так мы гуляем. Вы были на канале Велислава Эдко. Не забывайте подписываться и ставить лайк. Всем пока!